Всем привет! Всем привет! Ура! Что за ура? Мы сегодня едем кататься на гоу-карт! На гоу-карт! Короче, мы едем в спортивный комплекс, называется K1 Speed. И у нас сегодня будет 3 гонщика. Кому интересно, вот такие мальчишеские забавы. Присаживайтесь поудобнее, если вдруг вы первый раз у нас на канале, подпишитесь, не забудьте. Ну и погнали с нами. Получается, мы едем, и я как бы не впервые, это второй раз, мы туда едем, ну как бы можно сказать, как третий, потому что Семен. Привет, Семен. Привет. Я был уже там 2 раза, это будет мой 3-й, а его будет 2-й. Да. И Назара. Назар, да ты куда же... куда вы едете, скажите уж в конце концов, а? Окей. Все уже не терпят знать. Как это называется? K1 Speed. Получается, мы едем на гоу-карт, и оно называется K... Как? K1. Оно ну, карась, как называется. На гонках едем кататься. Да, короче, всё. На гонках на гоу-карт едем. Так, отлично, погнали. K1 Speed. Реальные машинки там есть. Вот тут машинка, видите какая. Немножко людей есть сегодня. Не так много. Угу, держи. Так, этот выбрал себе синюю, этот красную. Та-дам! Вот, наконец-то оно начало. Это должно быть. Это membership card, да? Это у нас членские карты мы взяли. $7 стоит членство. Вот так выглядит место гонки. Давайте пойдем посмотрим. Как выглядят машинки поближе. Вот такие машинки. И вот там, видите, уже следующий ряд готовы к выезду. Захарик, ну ты помнишь, что надо делать? Вот, кстати, на таком шлеме. Они как-то тут крепили. Где? Вот здесь мы видели крепление на этот шлем. Вот сюда крепили его. Вот сюда? Угу. Yep, yep, yep. Зак, я тебе нельзя, за... сейчас. Ну что, ты готов? Сними, сними. Выжми газ до конца. Что? Газ до конца, выжми. Гоу, жми. Смотри, на ту ногу нажимаешь, когда хочешь остановиться. Помнишь, левая? Застегнулся? Достаешь точно до педалей? Да. Отлично. Вот такой гонщик у нас. Go, Zach, go, go. Так, все, Захар поехал. Кажется, они будут плавно ездить. Давай, Захар, быстрее. Go fast. Скорость. Давай, 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 пошел. Нормально, нормально, пускай. Главное, что он получает удовольствие, все. Так, 45-й номер не дает, чтобы его обогнал 47-й. Гоу, гоу, гоу. Не нажимай на тормоз. Да, он, кажется, жмет часто на тормоз и от этого не едет. Но ничего страшного, Семен, не переживай. Сейчас ты оторвешься. Ты как погонишь. Я сейчас не оторвусь. Ну, через скоро. What's happened here? Что случилось? А? Вау. А что ты летел туда? Скорость слишком много. Что-что? Я слишком много скорости набрала. Иди туда, ты что едешь? Все, мы разберемся.
Фу, да, ребятки, дети эти. Говорит, что типа машина у него не повернула. Я не знаю. Следующий будет вылетать. Мы. С трека. Мы оба. Вы будете вылетать с трека? Да. Да. Перестаньте. Куда выезжать? Будьте аккуратнее. Заслонил, сюда. Заслонил младшего брата. Заслоняй. Мы выезжаем сюда. Заем с машины. Вылетаем с трека. А, понятно. Ох, умники, а. Ну что, порвешь все? Да. Давай, порви. Только руки держи на руле, понял? Ты тоже. Порви всех. Да. Только руки на руле держи, понял? Чтоб не вылетел с машины. В этом будет жарко тебе очень. Ну вот так вот выглядит трек, по которому гоняют детки. И не только детки. Так, ну и здесь, как вы видите, автоматы, в которые можно поиграть, погонять. Можно в бильярд поиграть. И можно в этот воздушный хоккей. Вот так выглядят стены. Оформлено все в виде гонок. Короче, максимальная скорость машины где-то до 30 миль в час они едут по этому треку. Ну, достаточно ощущения, достаточно острые. Поэтому вот такой трек стоит. Значит, ну мы купили 3 на 3 пацанов, на каждого $50, это по 3 гонки. При этом мы сэкономили как бы, ну, на каждый по $17. Примерно 20-25 долларов одна гонка стоит. Это прям находится возле нашего дома, буквально 5 минут. Да? Окей. Ну что? Запоминай номера. Где Семен и где Назар? Сейчас выйду. Назар будет последний, думаю. Вот он, Семен. Номер 4, видишь? Семен номер 4, Назар номер 31. Go-go-go! Назар самый последний. Его оставили. Назар будет очень аккуратно ехать. А Семен, он здесь сейчас их растолкает всех. Так, Семен сделал уже одного. Вон он, четвертый, видишь, обошел вот того. Гоу, 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 гоу! Назар, гоу, гоу, гоу! Гоу, 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 гоу! Саймон, гоу! Назар, гоу, гоу, гоу! Есть, Семен попал в аварию. Да, нет? Гоу, гоу, гоу! Фастер! Да, Семена сделали. Назар, гоу! О, Саймон Кинсу немножко лучше стал ехать. Мне нравится, как он зашел сейчас на поворот здесь. Не качай, не качай эту штуку, а то у меня камера шатается. Так, ребятки, ну что, итак, у Саймона номер 4, он, я бы сказал, неплохо справляется. У Назара номер 31, он молодец, он сам по себе. Вы это увидели, нет, он чуть не сбил эту, протаранил. Вот так вот, 31 и 4 номер, это те номера, за которые мы сегодня с вами болеем. Но я учусь быть комментатором гонок K1 Speed, да? Еще вы болеете за 52, это я. За 52, за Захара мы тоже болеем, конечно. Go, 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 go. Отлично, отлично, давайте, пацаны. 4-й и 31-й сражаются на этом. Опа, 31-й влетел, слетел, 4-й его сделал. Короче, ах, Семен, ах, Саймон наш. Сделал Назара на треке, видите? Но, конечно, по сравнению с другими пацанами, у них не так много опыта.
Они всего второй раз здесь. Нет, Семен третий раз. Назар второй раз. Гоу, 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 Саймон. Гоу, Назар, гоу. Есть, Семен влупил. Где? Хорошо влупил пацана. Молодец, нет. Назар его сделал. Это забавно. Вот Назар таранит там всех. Назар сейчас таранит, а сейчас. Да, смотрите, Назар обошел Семена только что на треке. А Семен кого-то врезал. Так, Семен его пытается обогнать. Смотрите, вот сейчас они оба рядышком идут. Четвертый и 31-й. Семен его делает на этом повороте. Ах, ты беда, смотрите. Горячо, горячо. Не знаю, как вам, а мы тут прям болеем. Опа, Назар опять врезался. Гоу! Так, Назар врезался, остановили всю гонку. Но она, видно, не едет, когда уже врезался. Надо рулем покрутить. И все, она сейчас пойдет. Так вот почему все медленно ездят. Да, потому что их выключили. Нет, а помнишь там, где... Там им не дают сейчас ехать. Их просто раз и выключили. Поехал, все. Огонь. Сейчас включают опять. И опять пошло. Назар, Назар, Назар! Саймон, Саймон, хо-хо-хо, одень стегло. Он же этот показушник, а? Он поднял стекло, понимаешь, чтобы нам тут показаться перед нами. Повыпендриваться, а? Гоу, гоу, нажимай на газ. Все, гонка закончилась. Все. А нет, опять пошла. А что это против правил? Да? У него GoPro сейчас прицеплено. Где? У кого? А, да, точно, на черном шлеме. Да, я вижу. Пацан с GoPro ездит. Потому что если со своим шлемом пришел, прицепил GoPro, никто даже не заметит. Черный GoPro, черный шлем. Ну да. Все, гонка закончена. Куда ты? Так подожди, надо же нам это взять, тоже их. Ага, вот здесь, оказывается, мы можем взять результаты гонки. Кого не выдали? Ну, карточки, чтобы показать, кто выиграл. Я была четвертым. Best, лучший круг 29 секунд. У Назара лучший круг 34 секунды. Лас, последний круг. Лап это круг, да? Или что да. Это? Ну, получается, Семен на четвертом месте, да? Да. Да. Не, на пятом. Ну, отлично. Хороший результат. Вот, смотрите, цены. Мы взяли за $49. Три поездки, три гонки. Экономим, видите, $18. Можно за $75 взять. Можно взять. Получается 5 поездок, 8 за 100 и 50 за 50. $10 один рейс, если $500 тратишь сразу. Ну да. И членство стоит $7 в год, я так думаю. Пойди с той стороны, сбей, сними, пиво, включи. Камеру оттуда поснимай. О-о-о-о. Я... Her shoulder. Да, кажется, серьезная авария, ребятки. Смотрите, мы прям практически стали свидетелями того, что произошло. Просто две машины одна на другую налетели. Да вроде нормально, говорит. Ну да, что, поехал? Вопрос... Ну так, налетело. Так, ребят, ну вот такое, в общем-то, наше путешествие получилось. Сами мы попали в небольшую аварию, посмотрели на другие аварии, погоняли. В общем-то, получили всплеск адреналина все. Папа, наверное, больше всех, потому что смотрел и переживал за вас всех. Вот так вот, особенно за Семена. Что ты переживал? Что? Зачем надо было переживать? Зачем надо было переживать? Зачем ты переживал за рулем? Ребят, вот такой, короче говоря, поход на гонки мы сегодня сделали. Спасибо, что были с нами. Давайте увидимся завтра. Пока.